поползли далее. О, слушай, я пока отходил, даже меня это моя любимая капча не выкинула. А для начала, где у меня, блин, дрон-ремонтник? Я же не нажать хотел, а выложить его. Писец. Что за идиотизм? Так. А, это и есть робот-ремонтник. Кстати, а по поводу торгового дрона. Вообще есть? Чё это за хрень? Также по полторы стоит. Блин. Ладно, потом он по миссиям там должен даваться. Возьмем его миссию какую-нибудь там найдем. Что-то не совсем я понял. Боссов 20 штучек. Но не скидка это, блин. Это просто показывать. Показывать не буду там. 12 баксов скидка, блин. Охрененная скидка. Еще к тому же она оплачивается всем чем угодно, кроме мобильного телефона. Значит, это липовая скидка. Так могу сказать. Все их не скидки нормально оплачиваются с помощью мобильника. Там-то у меня нет на корабле ни покупных пушек, ничего. Корабль куплен на аукционе. У меня кроме типа опыта толком-то я ничего не покупал. Буквы большой R. О, блин, погоди-ка. И хрен с большой буквой R. Опаньки. А это ж не те. Это те уродцы, это другие совершенно. Ай-яй-яй-яй-яй. Это мы должны искать и где-то здесь. Здесь на 1.8 кажется. Ага. Надо начесать на 1.8. Ладно, на паузу вскакиваю. Почесал я тут, да. Хотя неохота как-то. Полить, во-первых, вопрос. Ладно, сейчас другие миссии какие-нибудь найду, будут проще. Так, я подкупил чуть-чуть оружица. Надо хоть посмотреть, какой теперь ДПСик будет. И надо себе лойдов попробовать запиндюрить. С них хорошо даются. Ну, не опыта, а уридимого в смысле. Так, босс себе лойд. Вот, блин, будет засада. Его валить, конечно.
обычного можно выйти. Так. Страны базы везде понатыканы. Так, один на минус. Надо было движков прикупить, мне все равно... А, бабки кончились, точно. Тоже задание выполняю. Так, 2300, да? Вряд ли я много тут набрал того, чего мне нужно. 16, да? Пока копейки. Так, ладно, ремонтируемся. Щиты регеним. Босса. Босс и Билайт, босс и Билайт. Ля-л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 я.
Как долго пилить буду? Спаливаем аккуратненько. Так, сибилоидов я могу завалить. Вот Stranger R, которая, блин, ну хрен его знает. Здесь вопрос спорный. Да господи, что-то круто-то мало. Трудно представить. Сколько у меня там уже? Двадцатка ориентировочно на пета, мне нужна тридцатка. Ее, говорят, лучше собрать. А что лучше, а что хуже, будем смотреть после еще нескольких миссий. Таркинов, вот в чем, блин, вопрос. Хороший вопрос. Крепкие. ДПСа маловато. Чем еще там хороший? Ремонт. Да, уж такое себе удовольствие. Советские еще живых никого нет. Пилы. Так, валить-то тоже их вариант не самый лучший. Нравится, но нет, эти не будем использовать. Оставим уж на крайний случай. Какой черт крайний случай, если это он, в принципе, то и есть.
не прочитано. Движение, что ли, опять какое-то получил? Так. Сколько там золотишка я хоть насобирал? Блин, хреново, конечно. На удрейдинг. Крайне печально. Залочь. Ох ты, ёлы-палы. А, это старая. Хотя не факт. Приходит с опозданием эти письма. Я посмотрим, может в ангаре что-то новое появилось. А, пока ничего толкового нету. Где все? Здравствуйте. Так, ну порядок. Правда, не настолько, насколько я хотел. Пока печалька. Эй! Какого лешего игра? Одного завалю, смогу еще пушек подкупить. Желательно бы еще двух завалить. Нормальных лазеров прикупить хотя бы. Thank you.
Так, сборка, вроде сам. Надо вроде сюда, да? Пэт. Значит, его получится собрать. Не знаю, сейчас, короче, посмотрю вообще, с чего он создается. Авось. Давай-ка босс Трилгеров, или как там их повалим. Поищем. Блин, мне именно босс нужен. Да, у меня немного дронов докуплено. Ужасный мне ДПС. Все понимаю. Две девятьсот. Пока это как-то, блин, маловато. Слушай, нормально справляемся с ним. Чувак, у меня нет щита. Чё ты там, блядь, трансфер делаешь? А, это не трансфер, это да. У него отвлекающий маневр, вспомнил. Сколько я с него получу? Броня у меня нехило держит. Так, возможно, на них мы сможем протянуть. Эй, живые! Какая-то карпа, походу, дохлая. Конечно, обстановку, но что-то мне не нравится. Время почти 6 часов вечера, а тут шаром покатит. Я что-то на немножко другое рассчитывал. 12 тысяч кредитов — это мало.
Дайте мне шефа. Дайте мне главнюка. О. Время, в принципе. У меня справимся, интересно, или нет? Забрал. Бот, что ли, летает? Да, бот летает, вот, пожалуйста. Знакомьтесь, бот. Почему? Я вам сейчас объясню, почему бот. В первую очередь, как я узнал. Движков не хватает. Остался. Сейчас буду боссом воевать, смотри. Внимательнее смотри. Вот это бот. По первому разу я всегда определяю их. Когда он бьет вас этим лучом, у вас меняется управление задом наперед. Это кому интересно. За таким человеком можно следить долго. Это бот. Знакомьтесь. Это одна из тех фишек, когда я находил ботов. Управление сразу сбивается, моментально. Тирим. Там запись пришла, часть вырезать. Сорян. Сейчас я вот так вот сделаю. Не доставали никого. Влево это будет вправо, будет влево, вперед будет назад, будет вперед. То есть управление полностью меняется, когда вас атакуют. Так что бота распознать, честно, это вот раз плюнуть. Это вверху был бот. Во-первых, зачастую... Хотя, слушай, наверное, надо будет видео создать, как примерно ботов определять. Народу хватает живого. Думаю, это не стоит делать. Хотя хз. Так. 300, да, еще 300. Или. Два щита, по идее, можем взять. Чтобы хрень замочить. Думаю, она меня распилит сама напополам.
Так, ладно, подкупим пушечки, я к вам вернусь. Сейчас подумаю, может, что-нибудь еще куплю поинтереснее.